Вот возле любого такого многоэтажного дома, многоквартирного, то, что здесь вот они как бы апартменты называются, да, вот когда если это на съем, а если люди купили, то есть квартиры покупные, люди живут в своих квартирах, называется кондо. Вот. Но у тех, которые на съем, вот, допустим, на всяких вывесках, которые на доме, возле дома, вот можно увидеть такие 4,5, 3,5, номер телефона. 4,5, 3,5 это комнаты. Комнаты, которые сейчас есть на сдачу, актуальные. И как это считается здесь в Америке, в Канаде, в North America, то, что называется, то они считают как бы по номерам комнат. То есть, если у нас 4,5, во-первых, половина это туалет с ванной, так? Половина это туалет с ванной, а остальное считаются bedroom. То есть, когда у вас идет 2,5, это значит, что у вас есть... А, еще кухня, это тоже считается как комната. Да. Костя, половина это туалет с ванной? Считается, да? Кухня тоже считается как комната, правда? Да. Если, допустим, написано 2,5, то это значит одна комната, одна... Нет, 2,5 это салон, туалет и кухня. Салон, туалет и кухня, то есть да. Как типа студия такая. Студия. Если написано 3,5, то это у вас получается одна спальня. Одна спальня. Салон. Кухня и туалет с ванной. И туалет с ванной, да. И шкаф. И, в общем, и так дальше. Короче, кухня тоже считается как комната. По непонятным причинам. Это типа... Нет, я думаю, что это... Так мы до сих пор не... Но я думаю, что как бы кухня это считается как комната. Вот. Но вообще, на самом деле, как бы такого понятия, как кухня, здесь нету, потому что у канадцев не принято разготавливать в апартментах, в которых они живут. Это уже когда у тебя свой дом, то там, короче, шикарные кухни. А на съеме... А на съеме кухни очень маленькие, рассчитаны на то, что люди придут, что-то там разогреют, как бы разготавливать не будут. Хотя, конечно, это полная неправда. Вот. Но это я вам так в двух словах рассказала. Вот, допустим, в нашем доме. Вот в нашем доме. А, и, кстати, так вы можете знать, какие актуальные квартиры, вот, допустим, возле каждого дома. У вас всегда будет написано, номер телефона можно позвонить и как бы спросить, сколько стоит. У нас сейчас просто делают очень большой ремонт, у нас новые... Прекрасно отжимается мой сын, вот их научили в садике. Вот, и у нас сделали ремонт, у нас новые хозяева в доме. И вот квартира как у нас, мы скоро пойдем в гости. Мама, покажи, что это? Молодец. Вот наша Ватюха. Go Canada, go. Да, наша дорогая машинка, ей уже 2 года. Фордик Escape 2013 года. Вот, так что я хочу сказать, что вот такая вот квартирка, как у нас, я как-то вот, когда все так более-менее будет все разложено, потому что мы сейчас в сборах, в коробках, у нас переезд грядет через месяц, и у нас, в общем, большие сборы проходят. Вот, так что я хочу сказать, ну, давайте я вас разверну ко мне. Вот, чтобы я видела. О, вот, так у нас проходят большие сборы сейчас, поэтому немножко бардак. Балаган дома. Но как только разведу порядок, я вас приглашу к себе, чтобы вы посмотрели, какой у нас апартмент. Вот. Такой апартмент, как у нас одна спальня, салон, кухня, естественно, туалет с ванной, это все смежное, стоит $700. Такая квартира, она сейчас не отремонтированная. Такие же квартиры, полдома уже отремонтированных, и точно такой же апартмент сейчас уже за 950. Пожалуйста, вам. Вот какая разница в цене. Вот, поэтому как бы вы должны понимать по цене, тоже ориентироваться, как бы какого качества квартира. То есть, если, конечно, это там не сделан ремонт, и там все такое старенькое, трухлявенькое, то оно будет стоить на порядок дешевле. Если более-менее уже симпатичный холодильник, плита, отремонтированная квартира, сделанные шкафы хорошо, все, то у вас там уже на порядок будет дороже. Ну и, конечно, зависит от населения. В данном случае у нас здесь очень хороший дом в таком же районе, который вот подальше, вот как бы здесь... Ну, не то, что живут иммигранты. Иммигранты здесь везде живут, но он немножко так чуть-чуть в отдаленности, и это уже как бы ему придает немножко большей цены. В общем, сейчас мы едем в магазин. Там сегодня у нас скидки. Кукуруза. Кукуруза сколько у нас там, Костя? 10 на... 12 на 3 доллара. 12 на 3? 12 кукуруз на $3. Вот сейчас мы пойдем купим. Здесь кукуруза обалденно вкусная в Канаде, она сладкая. Вот, и потом пойдем гулять в парк.